Ну а прокурор области уже на своей пресс-конференции заявил, что виновные в нарушении строительства домов новостроя до сих пор не найдены. Он пояснил, депутата облдумы Алексея Сергеева, которого подозревают в причастности к этому делу, не привлекли к ответственности. Остальные же участники процесса предстали перед судом. Одно дело уже завершено, виновные руководители получили наказание. Сейчас расследование продолжается. Второе дело до сих пор расследуется. Но я надеюсь, что оно тоже будет иметь логическое завершение в виде направления его в суд. Участие и роль Сергеева следствием проверялось, и на сегодняшний день ему не предъявлено, насколько я знаю, ни обвинения, он не допрошен ни в качестве подозреваемого.